В каждой работе я пыталась заложить определенный смысл. Этим я и руководствуюсь при написании картин. Они должны быть эмоциональные, они должны так, как когда подходит человек, чтобы он что-то чувствовал. Особо многословный человек, более такая скованная и в жизни. И когда я подхожу к картине, я это все свое внутреннее как бы состояние, мои эмоции, переживания я высказываю в картинах. Я увидела картину и поняла, что это именно то, что мне нравится. Вот эти мазки терракотового цвета, бирюзы, которые из ничего вдруг дают вот такую эмоцию. И эта эмоция на самом деле, она имеет смысл очень татарский.